Всем привет! Готовим рулет морковный. Вот, соль у нас, 3 яйца, сыр. Ну, грамм 200 вот у меня кусок вышел. Морковка большая и туда сметана. Сейчас добавим, будем все перемешивать, будем выпекать рулет. Ну вот, сметана у меня достаточно густая, 20%. Сейчас мы перемешаем. Перемешали, добавила еще 2 столовые ложки муки сюда. Сейчас будем выпекать. Сейчас мы будем выпекать морковный рулет с сыром с яйцом. Ну вот у нас основа готова, горячая. Сейчас остынет и будем рулет заворачивать. И начинка у нас крабовые палочки, чесночок, яичко и петрушка. Сейчас майонез добавим и все перемешаем. Все, размазали мы нашу начиночку крабовой палочки. Сейчас будем заворачивать. Вот такая у нас вкуснота получается. Сейчас мы упакуем пищевую пленку и холодильник.